Они готовы к гонкам даже в 20-градусный мороз. Для северных ездовых собак не существует препятствий на пути к цели – финишировать первыми. Кстати, в этом году зрители увидят гонки от начала и до конца. Фестиваль пройдет на новой площадке – Барнаульском ипподроме, где можно провести заезды вдоль всех трибун. Есть возможность пообщаться с собаками. Это северные ездовые, у них нет агрессии к человеку. Можно фотографироваться, познакомиться. И потом очень интересное зрелище на самом деле, как азартно собаки стартуют, как они ждут своего старта. Один из самых опытных и титулованных участников соревнований – пес Учар. Опыта ему не занимать, это его третий сезон. И даже двух кругов в упряжке ему мало. Первые два сезона он бегал у нас с детьми, с дочерью. В прошлом году на Манжероке они заняли первое место среди юниоров упряжки. У детей много медалей, наград, и в основном все с Учаром. Сын у нас тоже на детских стартах с ним всегда бегал. В этом году только короткие дистанции на 1,5 километра. Гонка на выбывание, суперспринт, гонка юниоров и скиджоринг, где парно выступает лыжник и собака. Всего будет 50 участников, обещают организаторы. Сибирские и аляскинские хаски, а также помеси ездовых и гончих. Соревнования станут еще и открытием в целом ездового сезона на Алтае. Для зрителей приготовили парад и праздничный маскарад. Можно не сомневаться, алтайская зимовка будет жаркой. Совсем скоро эти красавцы выяснят, кто из них самый лучший и самый быстрый. 17 декабря на празднике «Алтайская зимовка» на Барнаульском ипподроме. Обязательно приходите всей семьей и приводите всех друзей. Это будет незабываемо. Владислав Кириенко, Денис Кузьменко, новости. Поехали! Yeah!